Всем привет! Продолжаем мы снимать тут видео про Фольц Гольф. Вчера мы привезли его, кто не смотрел видюху. С Павловска проехала у нас вот на подкате 260 километров. И сейчас что мы сделаем? Сейчас помоем все это дело. Выкатим самого его, помоем тоже. Разберем, сделаем небольшой обзорчик, так сказать. Покажем, что мы привезли. В общем, вот такая будет видюшка. Все, моем. Миша, дай. Включай, Мишань. Как ты, Миша, с запозданием работаешь. Это заколебал меня, блин. Все, пока, Мишань. Набрызгали мы химию его. Андрюш, подожди. Вот видите, какая краска? Вот тут рыжики, вот такая вся фигня. Но это рыжики от воды, они вот поверхностные. И она вот, смотрите, когда вот стирается, ну если будет, камера должна увидеть. Видите, какой желтый налет на нем уже. Ну это от долгого стояния. Он стоял после покраски года два уже. Конечно, надо его тут будет обновлять. Он антигравий потрескался. Придется по новой это. Вот эти места. Может еще раз антигравием задуть. Вон Андрюшка моется. Смотрите, как сразу белый становится. Белый, да, становится?
Ну, химия сейчас берет эту желтизну, ну, смывает. Цвет, конечно, он покрашен не родной. У него родной был вот такой. Вот покажу под капотом. Ну, видно, он там желтоватый. 201-я краска была. А этот его покрасили 202-й, более такая белоснежная. Но мне она, в принципе, больше нравится. Виталий, он говорит, по новой задует. Я не знаю. Посмотрим, может, и задуем по новой. А вообще, что задувать, Виталий? Он же не новый, блин. Мне кажется, он и так пойдет. Конечно, вот есть какие-то косяки, вот пошквакли, сразу покажу. Трещинки вот пошли. Ну, по сути, не смертельно. Можно еще поездить маленько. Когда уж отвалится совсем. Здесь вот кусок-то хороший, блядь, наложили. Ну, Андрюха сейчас тряпочкой пройдется. И будет гольфик. Сейчас полотну. И будем отцеплять. Все, развязано. Сами вот видите, вот мы это отмыли. Ничего никуда не распуталось, не разэтывалось. Покажем специально. Все туго. Сейчас даже покажете, как посмотрите, как затянуто. Потому что кто там не верит, если... Писали мне тоже писатели. Так, вот, отпускаем. Наверное, даже хватит ей сработать. Смотрите на колесо. Далее. Где он нафиг, он ослаб. 260 километров. 40 километров по жесткой, в жесткой. Плюс по городу. Кто там видео смотрел мое? Так, мы по Барнаулу на нем ехали. Мы по Барнаулу на нем еще катались. Так, стяжку. Ну, еще постоянно маленькой. Их, наверное, стирать нельзя, стяжки ведь. Хотя нет, что нельзя, они же мокнут. Крючок никуда не отцепился. Только его сейчас отсюда бы еще отцепить. О, бля. Так, ну ладно, мы его вот сюда вот сделаем вот так. Все, пока. Так, вот этот я цепляю. Раз, надо маленько нажать. Пальцем надо. Потому что здесь эта фигня. Но вот это как-то послабее стяжка была. Щелчка не было такого. Но она, вот эта стяжка, я заметил. Она то ли вот здесь еще растягивается. Видите, у меня тут на узлу. А, кстати, кто-то мне написал про крючки, что разогнутся. Вот эти крючки могут разогнуться на этих, на стяжках. Но я что-то такого не слышал, что они разгибаются. Мне кажется, они крепкие. Все офигенно. Не знаю, как его разогнуть можно. Быстрее вот эти нитки сгниют, оторвутся. Так, все у нас, в принципе, там нормально. Будем вытаскивать. Ставим. Сходи. Он, кстати, широкий этот. Но по ширине, блин, чуть ли не как Мерс. Колея не маленькая. Тут старлетки меньше. Ну что, Копатыч, дави на тормоза. Не, подожди, там руль надо отвязать. Руль, кстати, блокировали мы. Я не знаю, может, конечно, не обязательно, но мне кажется, надо руль блокировать. О, бля, в нем тепло. Фу, плесенью воняет здесь. Конечно, он застоялся, это хорошо. Ты тоже посередине тормоза? Конечно, Мишанька. Посередине тормоза должны быть. Тяжелые? Не знаю, так радиатор вот он. Ну вот, так радиатор-то, по-моему, для восьмерочный, для Ковски. Какой? Восьмерочный. Радиатор восьмерочный. Они хоть работают тормоза. Давай, Мишанька, давай. Да должны, он говорил, работать. Нажми на педаль, посмотришь. На ну да, да. Ну-ка, пару раз качни. Работает. Во, все. Так, Андрюш, снимай, мы сейчас скатим. Сильно далеко, Миш, не укатывай. Со сход не съедет, давай. Мы его закатывали руками, Андрюш. Тормози. Молодец. Молодец, молодец. Андрюш, фотки вот отсюда, вот так вот, вместе с подкатом, в одном, в этом фокусе. Так, подальше отойди. Не, вот сюда вот. Подкат сюда. Выжил, все нормально. Сейчас мы его полоснем сразу. И отцепим. Разбирать не будем его пока. Сейчас будем. Так что кому надо привезти что-то, звоните. Вот я, кстати, под этим видео, да и вообще на главной странице выложу свой этот номер телефона. Потому что кто-то может что-то спросить, кому-то надо. Так что звоните, не стесняйтесь. Отвечу на вопросы. Еще с этой стороны. Желтый ему, да? Аре!
Хорош. Миш, брось что-нибудь под колесо, он где-то камень был. Вот. Большой. Вот. Сейчас вытащим запчасти с него. Можно растяжку. Все, стопы. Ставим на скорость. Миш, камень где? Знак нормально доехал. Знак мерзкий. Сейчас еще тут дополоснем, что там шланг не доставал. А, вот этот блок, да, я плохо понял. Ох, это колеса. Значок. Дрю, где от него коробочка? Пусть. На, убирай. Достаем железо. Это что, ушинитель над бампера, да? Бампер, конечно, хреновый, но бампер. Мишка! Тупой какой-то ты, Мишка. Вон, смотри. Да не надо мне бусика мыть. Выключи, летать, дай поснимать, иду. Андрюш, где выключи будет? Туши пока. Так, что тут еще есть? Коллектор. Еще, Андрюшка, блин. На, Виталий подержит. Да. Запчасти тут. Мешка, опора, поддон. Так, на, уноси. На-ка это, поддон-то, что пошел? Все. Да что ты не унесешь, надо? Клади. Клади сюда. Вот. Ты что, блин, как этот? Так, помпа вот, кстати, интересно. Ну да, на резинке, видишь, ремень натягивается помпой. У него была такая помпа. Но у тебя все было, у тебя и моторы были, ты же все. О, корзину-то брать придется. Бляха-муха. Зашибись, блядь, еще на пятерку попал. Не на пятерку, я думаю, она. Рубля 3 где-то надо, да? Полностью все будет. А мощь помпы еще где и есть. А мощь и есть. Масляный насос точно есть. Да? Так, вот недавно увидел. Это привода. Привода тоже дерьмовые, я так понял. Ну, тулинг мертвый. Эти наружные гранаты, они там стоят. Андрюш, на, уноси. Привода. Мы там еще гаражи потом посмотрим все. Хорошо, чего? Что хватает, чего не хватает. Так, это мой, как понял, под кожу, да? Ну, коллектор он с ежиком, видите, подогрев тут у них. Ну, тут уже нету его подогрева этого. Так. Маслоприемник есть это. Есть. Прокладочка, смотрите, какая. У него еще прокладка прогорела. Походу дела. Крышка клапанов. Я вчера что-то кинулся. Думаю, где крышка клапанов? Искала. Она, видишь, какая жестинка. Диску тоже хана. Андрюш, давай быстрее, шевели бетоном. Диск так на окушке маленький. Давай еще меньше. Так, вот это отсюда планочка. Второе я ничего-то не вижу. Так, жаровня есть. А вот она, вторая планка. Так. Тут еще. Может, кому интересно, смотри, какие запчасти находятся. Стартерочек вот такой. Походу редукторный. Трамблерчик. Так, ну-ка, трамблерчик электронный. Нет, контактный. Контактное зажигание у него простое. Так, на, Андрюш, тут корзину готов носи. Быстрее ходи только. Так, карбюратор восьмерочный обычный. Вот, кстати, тут спрашивали про провод у меня. Его выкидывайте нафиг. Это система ЭБХ, вон тут можно снять его. Там контактик есть. Так, электроклапана где-то нету. Гена. Гена обычный, мерсовский, аудюшный, все их немецкие, короче. Что-то бежит. Поставь. Ну что, на, стартер мы показали, генератор показали. Болты вроде есть. Вот знаете, чем я у него не спросил? По-моему, он мне забыл ключ отдать от замка зажигания. Но мы еще поищем. Так, воздухан, соответственно, тоже девяточный стоял. Ну, девяточный с этим, или пятерочный. Нет, девяточный. Восьмерочный, ну. Так. Ну что, здесь все. Пойдем, он покажем морду. Решеточка, конечно, засада. Нет, она вся. Придется решетку брать. Это передний фартук. Сейчас тоже мы их отмоем. Так себе. Пойдет. Ну, капот его стоял на джете. Сейчас тоже мы его отмоем. Накроем. Thank you.
Так, ну давайте сразу сделаем обзорчик. Вот мы вогнули, все. В принципе, по кузову, что я вижу. Ну, перед битый был, потому что менее на вот что-то часть новая стоит. Тут что-то не пойму. Как будто смещенная она. Нет, она, похоже, так идет в завод. Видишь, как повернута. Радиатор. Отштамповка такая. Ну. Капот вот и капот вот такой. Покрашен, конечно, хреново. Краска кое-где облетела, облетает. Андрюша уже отмыл там под ручкой. Это я уже показывал. Так, вокруг обойдем. Крыша ровная. Может быть, будет, если желание и время, как говорится. Если сейчас движком у меня надолго затянется, может быть, я им это, освежу его, возьму нахуй краски это, акрилом, наверное, оболью его еще разок. Он сейчас, в принципе, разобранный. Стекло вытащу. Вот. Лобовое все равно надо менять. Багажник вот такой у него. Стойки задние все живые. Гнили. Нету. А, паскал тут есть у него. Запаха одной диск нет, интересно. Держи. Нет, запаска тоже. Пол здесь вот он. Ничего не переварено, все целое. Он заленько заплеснул, стоял я, но его не просушивал никогда. Дворник что, один только? Один стоит. Так, Миш, возьми вот этот крючочек. Андрюш, ты снимай. С той стороны, стой. Вверх, вверх. Тяни. Тяни сильнее, Миш. Вот. Так вот, сидушечки у него складываются, все работы. Ну, вы видели, они были сложные. Видишь, сколько места. Это мне нравится. Как на окушках тоже. Так же вперед. Переворачиваются они. Так, что тут еще? Дверки, иди сюда, закрывайся. Так, сейчас посмотрим. Парочка, ну ржа есть, но гнили, видно, деланы, конечно, но гнили нету нигде. Вот сейчас смотрел. Пороги тоже тут кое-где есть вот это. Ну, вот. Вот тут, наверное, да, вот она дырка, кстати. Вот, вот тут есть дырка. Но тут, по-моему, только вот уголок у него. Засними там снизу, если будет видно. Днище так, в принципе, живое у него. Двери вот внизу покажи сразу. Двери вообще живые все. В принципе, неплохой агрегат. Ну вот краска, видите, отличается. Покажи. Переход хорошо видно. Вот она была родная, блин. 201-я. А это 202-я. Ну ничего страшного. Не терпели. Никто, как говорится, не говорит, что он не крашен, а не это. Резинки надо отмыть. В принципе, резинки мягкие. Так. Вроде ровненький бочины, нормальный. Говорит, будет желание, как говорится. Кураж найдет. Сделаю его. Стекло лобовое под замену. Под замену решетка вот там. Бампер тоже желательно передний заменить. Но если недорогой, можете возьму решетку поливак брать. Может быть, возьму четырехглазую. Капот. Капот вот битый будет здесь вот видно. Хорошо, что шкафный кусок наложен. Хороший прям кусок. Хороший такой. Да. Левым боком он был бит. Я фары, кстати, не показал. Ручки, конечно, блять, на девятке открываются. Кстати, может, кто знает, от девятки можно поставить вот эти евро-ручки? Напишите, может, кто ставил. Да и вообще, может быть, на него есть родные эти евро-ручки. Фару надо будет одну тоже. Она треснута. Как бы не критично мне так, в принципе. Ну, на продажу как бы я его делаю. Клиент вообще как бы есть у меня уже. Там один дедок. Согласиться, может. Ну, там вот нету, вон тут лохмаски снизу, кстати. Вон она. К Бороде доехать, у меня там стоит на разборке такой. Два даже таких. Ручки-то мертвые. Конечно, было тут знакомый, разбирал аудюху. У него, по-моему, сотки у старой. Такие же эти ручки. Все сдал, терминцы двери, блин. Так бы это. Вот этот Виталий тут приезжал сейчас. Тоже у него таких фольцов было. Ну не такие у него были, не гольфы. Просто фольц был какой-то, не помню. Она где-то джета, наверное, найду. Нет, у него посередине вот так было. Капот полностью. Капот? Как он капот полностью? Здесь тоже дверки живые. Без порой. Решетки. Единственное, меня вот здесь вот смущает. Тут вместе. Вот тут тоже что-то мне не нравится. Вот здесь вот, по-моему, есть дырка. Но хотя нет. Или есть ли. Здесь, наверное, крюк был у него. Прицепной. Второй нет. Не знаю, что-то вот тут тоже мне в этом месте нравится. Ну вот он, видите, этот потрескался весь. Видать, битумным захреначили антиграем, а он-то лопался. Надо будет здесь содрать, наверное, на них освежить.
Ну, не знаю, насчет, как говорится, освежить, он как бы и так не страшный. Может, весе болит, говорю, как найдет на меня. Будет желание. Если, говорю, с мотором затянется. А я сейчас мотор быстро сделаю, старлетку сейчас продаю. Как бы, если продам старлетку, буду делать мотор по-быстрому. Тогда уже его, как говорится, буду это продавать так, скорее всего. Ну, а так, в общем, вот как-то капот я показывал. Все, давайте, наверное, на этом видюху эту закончим. Замучился, уже мыть, все замерзли. Да, Копатыч? Все, заходите на драйв, скину фоток там. Я бортжурнал сделал, кто не знает. Подписываемся на канал, делимся с друзьями, следим, комментируем. Ну, всем спасибо за внимание и до свидания.